Леонид Константинович, приветствую вас в очередном эфире. Рада видеть, как всегда. И я приветствую, Светочка, вас. Да. Леонид Константинович, сегодня бы очень хотелось поговорить вот о чем. На своих приемах я всегда говорю и даю какую-то информацию. Да? То, что касается любого заболевания, с чем обратился к нам пациент. А мне бы очень хотелось от вас лично сейчас услышать и вживую, чтобы это прозвучало с ваших слов. Чем можно, что у нас есть такое, чтобы подтвердить, я имею в виду все, что я говорю. Я-то знаю, что у нас есть. Я хочу, чтобы пациенты и зрители, и кто нас видит, услышали от вас, что есть у нас, где у нас есть, что каждая информация можно просмотреть, прослушать или увидеть, пощупать вживую и оценить. Да, я прекрасно понимаю вас как врача. Действительно, донести до пациента, донести саму суть проблемы, заболеваний, как надо лечить. Так вот, мы будем с вами самый интересный формат. Какой? Сразу говорю и заинтригую. Что нас больше всего всех интересует? Здоровье. Мы берем с вами клинический случай, потом выслушиваем пациента, как он лечился, где он лечился, потом говорим, как надо лечить, показываем наш университет, домашний университет на сайте, в Ютубе ролики, потом говорим, что мы пролечили и показываем результат. Ничего более эффективного на планете не существует. Именно по этому формату мы будем работать в Яндекс.Дзен. Это первое. Второе. Значит, для того, чтобы понять, что надо делать и что не надо делать, что очень важно, мы выпустили специальный путеводитель. Как лечить близорукость без ошибок, как лечить косоглазие, амблиопию, двоение, диплопию без ошибок. И, наконец, как лечить макулодистрофию, в основном это пожилые люди. И все это мы представили четко в схеме, технологию. Это очень важно. Мы говорим о том, что на нашем сайте есть домашний университет, где около 200 наших уроков, где мы рассказываем наши клинические случаи, наши подходы, чем мы отличаемся, чем мы можем помочь. Это отвечаю, Света, на ваш вопрос. Кроме этого, около 600 роликов в Ютубе, где подробнейшим образом мы показываем и рассказываем на примерах моделирования, что из себя представляет поломка в глазу, очень интересно говорю, и как эту поломку устранить. Вот. Хочу обратить ваше внимание, что большое значение имеет то, чего у нас, чего нигде нет в офтальмологии, это применение лечения на дому с помощью глазных тренажеров. Все это мы будем об этом будем говорить. Я хочу сказать, что самое главное для нас с вами – это донести, еще раз говорю, уже несколько раз говорил, донести до понимания. И если пациент понимает, если родители понимают, если касается детей, значит, будет результат. Да, вот такой вывод хочется сделать. То есть то, что мы озвучиваем на приеме, и я люблю, когда родители понимают суть вопроса, суть проблемы, и дальше, как ее устранить или как вообще прийти к тому, чтобы снять диагноз. Ну, я на приеме могу показывать, объяснять, как я говорю, на пальцах. А когда вы заходите на сайт, когда заходят в YouTube, когда заходят в домашний университет доктора Демского, это можно посмотреть как видеоматериал, как и в печатном виде всю эту информацию просмотреть, прощупать и понять более точно для себя, как что определить такие вот, скажем так, векторы направления, как мы, чем мы занимаемся. И подтверждение того, что услышанного на приеме. И мне кажется, это очень важно, и это доступно, самое главное, и как раз вы озвучиваете эти все вопросы,
которые актуальны для каждого пациента. Каждый может найти для себя ответ на любой вопрос, который возникает. Или это только человек, который столкнулся с каким-то вопросом, или это человек, который уже занимается длительно каким-то заболеванием, как выйти. Любой человек может зайти и посмотреть и получить информацию. Если даже человек не находит какую-то информацию, Леонид Константинович отвечает на вопросы, которые вы задаете и присылаете к нам на почту. Правильно, Леонид Константинович? Да, совершенно верно. Потому мы каждый день отвечаем. Каждый день идет ответ. Если, может быть, там, не, конечно, не в секунду в секунду, а Леонид Константинович все равно уделит внимание и ответит на эти вопросы. И мы с вами всегда на связи. Также это можно провести и онлайн-консультации. Ну, конечно. У нас есть и такое, что онлайн-консультации как с профессором, так и, в принципе, со мной можно связаться и получить эту консультацию. Ну, вот, в принципе, ничего я не упустила, да, вот из-за организационных моментов. Нас... Да, Светочка, даже если вы упустили, если я упустил, у нас впереди столько передач, где мы можем продолжить то нашу мысль, которую мы сегодня бросили слушателям. Поэтому мы заинтриговали всех тем, что мы впереди будем показывать очень много интересного. Этим самым мы привлекли всех. Да. И всех благ. До следующих встреч. Да, до следующих встреч. Хотелось бы хвостик сказать.